Здоровенький был подписчиком мопеда Раритетовича. С вами снова Лео Механик. И сегодня очередное видео будет о моторе, который готовится к STWA челленджу. В общем-то, я думал, что после вчерашнего пуксиполя я его сегодня соберу. Останется прикрутить карбюратор. Но работа не уменьшилась. Так, по порядку, вчера мы посадили на поксипол гайку корзину сцепления, прикрутили, то есть все поставили пружину и диск сцепления, вот тот, который защелкивается. Под винты крышки были установлены медные шайбы, чтобы масло не подтекало. И в конце, после установки, был установлен этот кикстартер с лапкой переключения. Но вот по кикстартеру интересный нюанс. Видите? Кооператив. Насколько болт далеко от вала кикстартера. Если помните, то на валу кикстартера есть специальная проточка, в которой этот болт должен находиться. В таком конфиге эту лапку кикстартера очень легко потерять. Вот видите, это за счет того, что это максимум, что я сжал, и не сможет слезть эта лапка. Вот видно эту проточку, за которую должен был цепляться тело болта. Но, увы, этого не происходит. Кооператив думал иначе, чем конструкторы, которые проектировали этот мотор. Далее. По карбюратору. Для начала я, как и подобает дедушкам, притер помимо привалочной плоскости карбюратора еще черти знает когда. Вот видите. Дополнительно притер и вот эту проставочку. Там фотографии будут прилагаться, ссылки на фотографии. Вы видите приличную разницу. То есть эту вещь тоже надо было притирать. К ней я также на клей-момент приклеил прокладку. Ну и, в общем-то, я планирую сажать, скорее всего, на герметик, потому что вот эту часть тяжело будет притереть. Но герметик, как назло, тоже кончился. Так что до лучших времен это дело пока не отложим. По карбюратору. Вот, как вы видите, он обзавелся уже спицей специализированной, что, как дедушка называет на стенде, без тросика. Была попытка предпринята запаять вот этот канал, но, увы, для этого надо использовать кислоту, а не канифоль. Кислота у меня в другом месте, ее придется забрать и уже завтра попробовать залудить, а потом проследить, как рекомендуют дедушки. И напоследок моих огорчений. Хорошо, что я заметил, когда устанавливал правую крышку. Из мамок вывалились банально провода. Ты уже по распиновке разберусь, что куда. То есть попутно к мамкам придется пропаять все провода. Это, кстати, одна из вещей могла и давать проблемы. Тоже зажигание. Либо же свет. Ну, это уже разберусь позже по схеме. Просто сейчас на вечер не хочу раскручивать. Компрессия адовая, но сейчас уже поздно, шуметь не планирую, да неудобно, у меня еще нет подставки, поэтому я все снимаю в руках. Пока все, будем бороться с сложившимися проблемами и продолжать дальше готовиться к STWA челленджу. Спасибо за внимание, подписывайтесь, всем пока.